Всем, как всегда, привет, с вами я, Супер. Мы будем продолжать играть в игру под названием Minecraft на версии, самой последней версии 1.8.7. Вот. На сервер Mineplex, да? Сервер будет внизу в описании ролика, только лицензионный сервер, где играют только лицензионеры. Вот так надо сказать. Сейчас я, подождите, как иду. Форточку закрыть. Ну так, ничего страшного. Сейчас надо потише поставить бы. А до меня вообще не будет слышно. И еще мне тут стоит Google. Смотрим. Water gun. Либо это водяной пистолет. Реально, водяной пистолет. Я его умею делать. Значит, сделаем его. По-другому, и да, набралось 25 лайков. Давайте сегодня наберем еще 25 лайков. И все будет прекрасно. Я думаю, буду делать из глиняных блоков. Вот, я не знаю, у меня был пистолет Water Gun. И он у меня был вот какой-то типа такой. Я возьму даже воду. И особенно партикулы. Партикулы воды. Ну, это понятно. Делаем рукоятку, во-первых. Рукоятка. У моего пистолета будет, по-моему, какая-то вот такая. Вот как ни странно, не было. Китайцы умеют делать пистолеты водяные особенно. Вот какой-то высоты такой. У нас будет огромный. 4 минуты нам хватит. В принципе, зря я переводчик взял. В принципе. Я не знаю. И напишу большими буквами той. Либо может просто букву Т на пистолет. На вот курок, видите? Т написать, да, думаю, где-то отсюда напишу. Вот так. Так. Просто буква Т. Кто не поймет, это просто той. Типа, игрушка. Здесь делаю вот такую рукоятку. Типа, сзади она вот такая, а здесь она вот такая будет, да. Прикольно, прикольно будет смотреться, наверное. Всем понравится. Я даже вот такую штуку сделаю. Кто не знает, в пистолетах, в принципе, нету таких. Но бывает еще, сейчас я вам покажу, вот стеклянно, и там показывается, что тут вода есть, да. Вот такую штуку сделаю, вот, чтобы было все пропорционально, и все бы такое было прикольно. Еще не надо бы перепутать всякие блоки, вот типа здесь патроны. И с этой стороны то же самое делаем, стеклом. И он будет у нас заряженный, чтобы всегда быть на чеку. Сейчас воду зальем сюда, вот так, вот так, так. О, это партикулы, блин, я сейчас просру партикулы. Это мне не устраивает, не устраивает. Давайте сразу сделаем пистолет сам. Вот уже вот так сделаем как-то. Наверное, где-то отсюда будет идти, и все. Да, вот так будет. Вот такой будет у нас пистолет, не самый большой. Так. Высоту, наверное, вот какой-то вот типа такой. Вот, все. Закрываем здесь всеми блоками. Сразу давайте быстро-быстро запирать блоками, а то я сейчас еще не успею. У нас тут времени тоже заканчивается, не бесконечное, это плохо. Внутрь без разницы. Самое главное, чтобы игроки сюда не смогли забраться. Посмотреть, что тут находится. У нас 2 минуты осталось. 2 минуты мы должны успеть. И мы, наверное, успеем. И у меня пистолет такой прикольно выходит, как видите. И даже скриншот сделаю, как люди будут смотреть. Здесь я хотел бы такой курочек сделать водяной. Водяного пистолета. Вот какой-то. Может быть, вот такой. Ну, не-не-не, такого не пропорционально. Вот какой-то вот такой у меня будет курок. Прикольно получается. Здесь хотел бы такую линию сделать, типа. Водяного пистолета. И здесь... И ее сам ствол, наверное. Как-то вот так. Не знаю. Нормально получится. Буду все блоки комбинировать, какие у меня сейчас в руке есть. Вот, наверное, вот как-то вот так сделаю. Да, 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 да. Прикольно, прикольное сочетание. И как бы прикольно получается само по себе. Уже немножко похоже на водяной пистолет. Как ни странно. Сделаю вот так. Смотрите. Вот так, вот так, вот так. Партиклы возьму. Стреляет типа вот так. Все нормально, прикольно получается, реально это мне нравится.
Дальше вот сзади, если кто не знает, вот такая штука есть, прибомбаска водяная. Я ее попытаюсь сейчас быстро сделать, вот такую, в три блока или в два блока. Сейчас посмотрим, если успеем. Ну, должны мы успеть уже. Времени меньше и меньше, 30 секунд. Делаем быстро, закрываем блоками. Сейчас надо еще трубку сделать. Блин, хотел что-то по-другому сделать, но получилась вот такая штука. Нормально, в принципе. Как вам? Ну, я не знаю даже. Ну, в принципе, можно вот эти блоки подровнять. Реально. Все. Ну, как по мне, не знаю, не знаю. Сейчас скриншот уже сделал. Ах, ну посмотрим, что сделали остальные игроки. Реально, я не знаю, вот это что за пистолет? Ну, это просто вот это. Мог просто в 10 раз больше сделать. И, во-первых, блин, я забыла ему штуку сделать. Ну ладно, еще страшного. Типа на ту баночку наливается вода. Сделать такую, вы знаете, такую. Вот сейчас я вам покажу, вот это тоже не очень. Просто понапихался. Вот такая штучечка, куда открываешь и наливаешь воду. Я думаю, у каждого должно быть такое. Просто воду залил. Ну, где его ловила? Я не понимаю. Буду реально строго голоса здесь. Сделаю минимальную постройку. Я даже получше бы сделал. Это тоже то же самое. Видите, это тоже будет так же. Ну, подождите-ка. Нет, курок не сочетается вообще по размерам тоже. И, во-первых, водяной пистолет вообще не может стрелять льдом, если на улице не минус 50. Что это внутри жидкость тоже может замерзнуть. Смотрим вот это. Вот это не... Ну, посмотрите, вот такое вы видели? Как она, трубка держит саму воду. Там где-то, может быть, 500 миллилитров, 400 миллилитров. Не выдержит просто вот эта штука. Ну, если она металлическая, в принципе, нет. Это китайцы сюда впихнут пластмасску, чтобы она хоть как-нибудь надержала. Вот, внутрь, если они заметят, здесь вода есть, вот здесь. Вот, ну, должны просто заметить. Я не знаю просто, я не знаю, как она выглядит. Нормально, в принципе, водяной пистолет. Вот так фоткнем. Ну, голосуют так себе, так себе. Но я постарался сделать хоть как-нибудь там пистолет, да это в большом размере. Больше вот, чем вот это, ну, все буду голосовать. Люди сами так голосуют, и я буду им то же самое голосовать. Не умеют строить, одним словом. Просто в больших объемах, вот. Я понимаю, что они трудятся делать, типа, стеклу туда воду впихивают, но это не то. Тут... Типа попытался смайлик сделать здесь, типа на... Ну, нет, какашка. Ну, реально, вы сможете же это за... Ну, я понял, если давали бы 10 секунд, я бы тогда бы такую же штуку бы сделал. 10 секунд, вы представьте? Реально, надо такой режим придумать. Блин. Надо бы сервер свой открыть и назвать BuildingCraft 10 секунд. Ну, нет, давайте хотя бы 30 секунд. Вот такую штуку можно и запилить за 30 секунд. Хоть даже пиксель-арт. Опа, вот это... Ну, так посмотреть, сочетание блоков вообще не идет. Шерсть вообще не идет, надо было все с глины делать, реально. Пытался изобразить пистолет. Ну, это реально похоже на нерф. Тогда было, зачем мы вот это... Ну, зачем воду добавил, что ли? Для этого у нерф не такие именно. Это только у бластеров, ну, такие формы именно. Наверное, просто открыл в интернете и там посмотрел. Вот это тоже не очень... Я понимаю, что сюда он тупо воду залил, типа на кнопку нажимаешь, и она выплескает. И надо было еще, и вот я знаете, что хотел сделать? Сзади такую качалку, вот, и, если не знаете, такие автоматы есть, туда можно вкачивать воду. Вот, у меня еще даже сохранился, наверное. Ну да, понятное дело, что я победил. Вот, поздравьте меня, 122, ого, на 10 очков. Ну это посмотрите, как красота-то какая, блин, пушечка-то моя. Все, давайте второй раунд. Вообще, прикольно, прикольно. Сами напишите комментарий, как вы оценили бы, на какое место. Вот. Ну, я просто всех плохо оценил. Ну, реально, посмотрите, как они строят. Как они строят и как я строю. Разница тут большая. Если так-то позвать такого популярного человека и сыграть со мной, ну, наверное, он не выиграет. Наверное. Если он сможет включить свое воображение. Ну, я так в последнее время смотрю видео. И в Гехе там... кто не знает, что есть... видеоканал строителя, это даже никакой не пиар, не Евгехи, и вот этот чувак, Unfunny, вот я его смотрел, Unfunny, вот. Вот, не знаю, если захотите, можете, в принципе, зайти, там он играет чисто почти BuildingCraft, ну, не говорит, что я у него скопировал, просто, ну, просто мне понравилось строить, и как бы...
Вот я не знаю, только что была запись прервана, потому что я забыл, посмотрите, черт побери, я забыл. Крашнуть обратно бандикам. Смотрите, у меня бандикам, вот тупой бандикам, реально. Я его забыл крашнуть, из-за этого, простите, что сверху было написано бандикам, но это никакой не пиар. Все снимают, в принципе, через бандикам. У меня, конечно, очень старая, древняя версия 2009 года, 2013, bandyfoss.com. Вот, ну так, ничего страшного. Вот, покажу Майнкрафт. Ну все, не открывайся, не надо. Все, уже тут долго будешь открываться. Вот. Ну, я не знаю, давайте на этом прервусь. Значит, ну ладно, давайте хотя бы здесь наберем 10 лайков, и следующий выпуск выйдет только одной игрой, конечно, но зато крутой, как вот это же. Ну все, на этом с вами я прощаюсь. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк на это видео. Всем удачи, всем бобра. Вот, видите бобья, что он там кушает, смотрите. Вот какой-то орешек, вот. Видите, почти как мой хомячок. Все, всем бобра.